первый из тысячи готов. Осталось 999. А что, я не ждать июля. Привет, рассказывай, вы сегодня подготовили перформанс небольшой, да? Короче, первый из тысячи готов. Осталось 999. Короче, работаем дальше. Приближаемся где-то к 200-му флагу. А так это, короче, ночной клуб. Здесь тусовки. Уху. Процесс полным ходом идет. Целая свалка этих флагов. Каждый спрашивает, а сколько будет флагов? Тысяча. Тысяча, да ну нахуй. Столица одна, столица Москва. Это подъебка бомжовского ураловской дружбы. Их перформанса «Две столицы, одно сердце». Но мы-то знаем, что столица одна, столица Москва. Последние две штуки пошли. Ну что, тысячный флаг, блядь. Раз, тысячный. Нахуй. Два, блядь. Все. Блядь. Белый флаг символичный. Ну ты подойди, почитаешь. Добро пожаловать. Пиздец, фантом, блядь. Готовимся, блядь. На улице. Алло, то, да. Что вы мне дали? У меня вот на... Алло, да. На да. Барабан есть. Мне вот тут дали. Обычно просто не делают. Ничего страшного, я не вижу. Не рисую, так ничего. Таких... Это у вас? Уральцы. Привет, рассказывай, вы сегодня подготовили перформанс небольшой, да, там, даже, да, можно сказать, большой. Решили тысячу флагов, ведь «Стовик», «Спартак» — это не просто команда, это нечто больше. Как бы они ни играли, «Спартак» — это не только футболисты, это мы, фанаты, это выезда, это угар, это, ну, это нечто больше, чем просто футбол. Мы недели, наверное, три шили эти флаги, потом степлили целую ночь. Ну, там рисовали часа 4. Там вот расскажи, потому что вторая растяжка, да, достаточно вторая, интересная. Во втором тайме будет растяжка, посвященная дружбе бомжей и Урала. У них был перформанс «Две столицы, одно сердце». Мы-то знаем, что столица одна, столица Москва. Поэтому мы приготовили такой текстовик, примерно там 20 с чем-то метров. Ну, хороший такой подкол на эту, да, тему, да? Подкол этой дружбы, это все-таки наш, ну, город, да, и она нас немножко раздражает, эта дружба, как бы. Ну, что сам вообще думаешь, что по командам? Я вот считаю, что должны сегодня, по идее, смять, потому что вчера паровозы проиграли. Ты же знаешь нашу команду, блин. Вот они я вот не пользуются сказать, вот, этой, вот этими шансами всю жизнь, особенно с Териком и с Уралом. Вечно эти две команды, да. Ну, что? Ну, будем надеяться, что... Не, ну мы сейчас зажгем с тобой, да? Да. Победа! Да.
выпили, блядь, получились растяжки, здорово, блядь. С флажками вообще крутая тема получилась. Обратил внимание, дальше народ прям реагирует, брали там во время заряда, все здорово. Спасибо за то, что здесь на Урале организовали такой крутяцкий по выездным меркам перформанс. Поэтому обязательно продолжайте. Жду третий подряд победа. Сегодня поддержка была направлена на команду. Посмотрим, что будет дальше. Еще осталось два тура. Мы наконец-то попали в зону Еврокубков сейчас пока что. И команда за вот эти наши страдания в течение сезона в конце нам все-таки подарят место в Европе. И всех с победой, чуваки. Вот сегодня было круто. Поддержка была супер сегодня. Офигенный сектор. Маленькая коробочка, да. Почти все шизили. Очень круто. Получались визуальные темы, особенно с флажка. Ребят, всех еще раз с победой. Приходите на матч с Териком. Осталось два матча. Нужно поддержать, я думаю, парней. Надеюсь, они будут в том же духе. Все-таки, может быть, все-таки это разговор с футболистом повлиял на то, что три матча они не пропускают и три победы. Продолжайте в том же духе, парни.